Привет, Артём. Насчет курения. Все правильно. Вообще сейчас не парься по поводу курения. Просто оставь как есть. Но сделай маленькую такую вводную. Кури очень внимательно, очень осознанно и сделай курение медитацию. Все очень просто. У нас есть привычки регулярные, рутинные, постоянные. И мы эти привычки должны просто взять и использовать во благо осознанности, понимаешь? Ну, что бы ты ни делал, не знаю, зубы чистишь там, и в это время ты в осознании, в осознанности. Тренируешь вот эту практику внимательности. Ты кушаешь, и то же самое, это же регулярно происходит. Во время еды ты медитируешь на присутствие. Ты здесь, ты в моменте. То же самое с курением, понимаешь? Ну, зачем вот эти вот все лишние дополнительные тебе напряги? Сейчас тебе это не нужно. Наоборот, превращай из своих привычек повод для медитации, понимаешь? И тогда, если ну, это будет рассматриваться очень тщательно, внимательно, то оно будет само собой растворяться и отваливаться. Это вот прям гарантированно, понимаешь? То есть не бессознательно кури, вот так вот взял, покурил, там даже не заметил, поэтому не накурился, взял вторую сигарету, а возьми эту сигарету и не спеши ее прям курить. Разомни ее в руках, помни, почувствуй тактильно пальцами, понюхай эту сигарету. Понимаешь, как мы сейчас с едой медитируем? То же самое абсолютно. То есть подключи все свои органы чувств вот к этой сигарете и к этому процессу, который ты называешь там плохим, вредным, неполезным, и пытаешься от него отказаться и бросить, понимаешь, да? Но это все в уме. У тебя просто представление о курении и представление о том, что это надо бросить. А ты возьми, вот просто окажись в настоящем. Не в представлениях в умственных, что нужно бросить курить, а в реальности, вот что это происходит, то есть что ты делаешь, чем ты занимаешься. И смотри осознанно. Берешь сигарету, да, поджигаешь, смотришь на огонечек внимательно, поджигаешь, хоп, пошел дымок, уголек. И вот это вот начинается дыхательная твоя практика медитационная. Делаешь вдох, затяжку, чувствуешь этот дым, то есть полностью. Но ты все равно куришь, ты понимаешь? Это же привычка. Ты же не сможешь так вот раз-два и бросил. Возникнет просто некое сопротивление и другая там субличность, которая борется с другой субличностью. Но все это на уровне ума. Так поэтому просто преврати вот это вот курение в четкое прям, внимательное, тотальное наблюдение за процессом курения. Вот что происходит, как сигарета уменьшается, да, с каждой затяжкой. Как происходит вдох, как происходит выдох, вот этот дым, рассмотри, почувствуй это, ощути все это. Посчитай затяжки, ну сколько, да, вот этих вот затяжек на одну сигарету уходит. Сколько времени ушло на это, засеки. Понимаешь, да, вот такая практика должна быть с курением, раз оно уже все равно есть. Почему курение, вот я, в принципе, не отрицаю, да, у тех, кто ко мне заходит на наставничество, но оно сильно-то не влияет на состояние сознания, то есть сильно не меняет. Просто некая такая привычка автоматическая, такая нервозная чуть-чуть, неосознанная. Так вот, давай из этой привычки сделаем осознанный процесс и воспользуемся этим, понимаешь? Это же прекрасно, что у тебя есть такая привычка. Давай превратим, то есть вот найдем там плюсы и просто используем ее на благо. Как понял прием?